Отличные результаты и волю к победе на соревнованиях показали ученики 48-й школы города Караганды. Там состязались в легкой атлетике. Светлана Фарина расскажет подробнее. К 85-летию города Караганды в школе номер 48 приурочили соревнования по легкой атлетике. В них приняли участие ученики 5-х классов. Цель – популяризация легкой атлетики, привлечение талантливых детей. Ну и просто, чтобы подарить оздоровление. Интересная упорная борьба развернулась у юных спортсменов. Алина Рыжова – участница соревнований. Надеется показать хорошие результаты и верит в победу. Мы показываем метание копья, прыжок за прыжком, крестовые прыжки и лестницу. По словам тренера, школьники отлично себя показали. По итогам соревнований победители получат почетные грамоты. Светлана Фарина, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5-й канал. 505-061, телефон редакции новостей 5-го канала. Подписывайтесь на наши странички в Инстаграм и Ютуб. Всего доброго.